Всем привет! Компания «Сплав» расширяет линейку радиаторной посуды. Давайте посмотрим, что такое радиаторная посуда, и отдельно рассмотрим модели. У нас появились, кроме известного «Фастбойла» и «Пауэрбойла», новиночки. Это система приготовления пищи «Блейз», кастрюля с радиатором больше, чем на 2 литра, и чайник с радиатором. Область применения радиаторной посуды, конечно же, в путешествии, в том числе путешествия в экстремальных условиях. Радиаторная посуда сделана из особого сверхлегкого сплава металлов, который и нагревается быстро, но долго сохраняет тепло. Самое интересное в этой посуде – это радиатор, который находится на дне кастрюльки. Он является теплообменником и работает по принципу радиаторных батарей, тем самым увеличивая площадь нагреваемой от нашей горелки поверхности. За счет быстрой конвекции – это передача тепла от вашей горелки к жидкости внутри сосуда. И значит, вы экономите не только время на приготовление пищи, но и топливо. В среднем экономия в районе 30%, а это очень значимо, особенно для длительных экспедиций с максимальной экономией веса и объема. Например, вместо пары баллонов газа вы можете взять с собой шоколадку или 3. Радиаторное кольцо, катализатор, рассекает пламя, накапливает и равномерно распределяет поступающее внутрь емкости тепло. Всю радиаторную посуду отличает легкий вес, экономия топлива, экономия времени приготовления пищи, да еще и от ветра защищает. Радиаторная посуда создана специально для путешествий, а значит, речь идет и про утилитарность использования, и про максимальное удобство использования в путешествиях в самых различных условиях. Начнем обзор с уже известного «Фастбойл». Система приготовления пищи, которая состоит из специальной горелки и радиаторной кастрюли. Система имеет жесткую сцепку кастрюли и горелки. Удобная металлическая ручка с пластиком, который предохраняет вас от ожогов. Прозрачная крышка для удобства контроля закипания воды со специальным отверстием для удобного слива воды. Крышка фиксируется при помощи специального тросика. В комплект входит подставка и специальная рубашка, которая защищает вас от ожогов, также является дополнительным средством сохранения тепла вашей еды. Горелка системы «Фастбойл» имеет пьезоподжиг и совместима с резьбовыми баллонами различного объема. Следующая система приготовления пищи – «Пауэрбойл». Давайте посмотрим, как она устанавливается и чем отличается от предыдущей. Кастрюля «Пауэрбойл» имеет радиаторное кольцо, и при помощи специального переходника совместимо с легкой и компактной горелочкой Ardent Track. Специальное кольцо-переходник устанавливается на компактную горелку Ardent. Пазы переходного кольца специально совпадают с лопастями горелки. Кастрюля с радиатором «Пауэрбойл» идеально совмещается. Система приготовления пищи готова. Также прозрачная крышка имеет специальные отверстия для удобного слива воды. Ручка защищена специальным пластиком. Пауэрбойл любят использовать путешественники, которые очень экономят на весе, компактности, но при этом эффективность приготовления пищи их волнует. Это легкоходные путешествия, велопутешествия, легкие трекинги, путешествия выходного дня. Также удобно использовать эту систему в восхождениях, скитуре, путешествиях, когда вам нужно взять что-то для приготовления горячего про запас. Легко, компактно, удобно. Объем кастрюльки «Пауэрбойл»
1,25 литра. Сейчас мы познакомимся с новинкой в системах приготовления пищи компании Сплав. Это Power Blaze. Горелка Blaze и радиаторная кастрюля. Горелка Blaze обладает особо сильной мощностью. Это 3600 ватт в сравнении с 1500 ватт фастбойла. Давайте посмотрим, как это работает. Горелка Blaze подходит не только к радиаторной кастрюле Blaze, а к любой поверхности с широким дном. Для того, чтобы установить радиаторную кастрюлю Blaze, нам нужно сложить маленькие лопасти и поставить кастрюлю в центр горелки. Горелка совмещается с любыми резьбовыми баллонами, также с танговыми через специальный переходник. Рекомендуется использовать только переходник Trek компании Сплав. Наличие удлиненного шланга позволяет использовать танговые баллоны вместо резьбовых. Наличие такой системы мощной горелки, защищенного от любых порывов ветра теплообменного контура, позволяет экономить в данной системе до 50% газа. Это гораздо больше, чем используя просто радиаторную посуду на любой горелке. Ручка кастрюли Blaze защищена специальным пластиком и имеет два положения – открытое и закрытое. Котелок Power Blaze имеет объем 1,5 литра. Из новинок радиаторной посуды у нас появилась кастрюлька 2,1 литра, прозрачная крышка, отверстие для слива, ручка в двух положениях. Самое главное – это радиаторное кольцо, которое ставится на любую горелку, в том числе и на горелку Blaze. И чайник на 1,6 литра. И эта посуда более удобно использовать для группы в сравнении с пауэрбойлом. Мы с вами выяснили, что радиаторная посуда помогает экономить вес, время и деньги на затраты по газу. Вся радиаторная посуда компании Сплав идет в комплектации с мешочком сетчатым. В кастрюльках есть губочки, а на фастбойле специальная подставочка для того, чтобы высокая система приготовления пищи устойчиво стояла. Выбирая посуду, систему приготовления пищи или горелку в ваше путешествие, вам прежде всего нужно опираться из функциональных особенностей и климатических условий путешествия. Либо вы едете в машине, и вам стоит только достать горелку, либо вы всю систему приготовления будете нести на себе несколько дней. Вы идете летом, вы идете зимой, вы берете горелку как запасное. Каждый выбирает для себя, поэтому вам в первую очередь нужно определиться, с кем, куда и зачем вы идете, а потом решайте, что вы будете готовить. Всем пока! Приходите смотреть новинки!